Больше людей, значит, и убирать, и чистить территорию нужно чаще и тщательнее. Набережные назвать идеальными пока нельзя. Нужно не только чистить, но и мыть тротуар, напоминает мэр Анатолий Пахомов и руководителям района, и арендаторам пляжей. Большего ухода требуют и зеленые уголки. Особенно в эту жаркую сухую погоду поливать надо чаще. Что касается пляжей, то за мусор на них арендаторы будут оштрафованы. Кстати, как раз на этом участке береговая полоса расширилась, но сейчас и она полностью заполнена отдыхающими. Туристов у нас много, и задача муниципальных властей сделать так, чтобы наши гости снова к нам приехали. А для того, чтобы они снова приехали, им должно быть здесь нравиться. И поэтому мы должны работать в 3 раза лучше, чем в обычное время. Кто и на каких условиях может торговать на набережной, сегодня эта тема вновь оказалась актуальной. У закусочной на колесах, как выяснил глава города, официального разрешения на работу здесь не оказалось. Мобильное заведение должно покинуть это место либо добровольно, либо с помощью полиции. Срок 10 дней дан для восстановления плитки на проспекте Пушкина. К ответственности призовут и владельцев жилого комплекса. Окрестная территория замусорена. А вот уборкой сквера по соседству займутся волонтеры и сотрудники хостинской администрации во время завтрашнего субботника. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.